Привет, YouTube. Вот и стартанул чемпионат мира. Две серии вы сейчас посмотрите. Я лишь здесь, чтобы напомнить вам, чтобы вы не забывали поддерживать видосы лайками, комментариями и своими подписочками. И приходили в лайв смотреть чемпионат мира вместе со мной на трансляциях. Ссылочки будут в закрепленном комментарии на ВКПлей и на Twitch, и на тележечку тоже. Там всякие анонсы, новости и так далее. Привет. О! Ебать, а чё драфт как будто в старые времена какие-то вернулись? Нет ощущения, чат? Это что за пожилой драфт? Mad Lions first pick needle, либо для Мирвина, либо Льё и для Флекса. У нас старт чемпионата мира, play-in стадия. Для начала на этой неделе узнаем 4 команды, которые будут играть в швейцарской стадии в дальнейшем. Зигс в бане в первой ротации вместе с Сенной и с Джаксом. Убрали Скарнера, Ашу и Вай. 2 бана в Ильёю. Убрали 2 лесников. Скарнер у нас будет вместе с Вай доминировать в мете. Плюс еще есть Сиджуани, как вариант из танка лесников. Макая поднерфили. Зиг все еще сильный, Зиг с бани. Сена удивительно, что подбанили Сена. Не так много приоритета у нас получало. И Джаксончик в бане против Нанауи. Видимо, топ-лейнер викингов у нас на Джаксе известен своей игрой. Мэда у нас, соответственно, европейская 3-я команда. Я думаю, всем плюс-минус известный. Мы смотрели их на протяжении всего года. Там 4 молодых игрока плюс Эльёя, которого вы точно должны были помнить. Вот, остальная четверка из испанской лиги. Тройка Фрескови, Супа, Альвара играли вместе в Movistar Riders. Мервин присоединился к ним из другой команды. Но в итоге они собрали стак из 4 испанцев и Фрескови, поляк на миде. Просто потому, что испанцы мидлейнера сильного нет. А команда, организация крупнейшего европейского твич-стримера Ибая, который топ-2 по подпискам на твиче. У него там, блядь, ивенты собирают миллионы зрителей в онлайне и так далее. Короче, болельщиков у них много. Против них команда второй сид Вьетнама. Знаю, что финал они проиграли гаммам с Ливаем 0-3 без шансов. Но это в целом все, что я знаю об этой команде. Шогуна, я помню, мы как-то видели. Гури мы тоже как-то видели. На турнирах и Кати, по-моему, тоже. И Бие тоже. А, ну слушайте, тут только топ-лейнер у нас новичок. Остальных мы уже так или иначе успели где-то увидеть. Ариана, Поппи локаются для Викингс Клаб. Почему я их клаб называю, если они eSports, я не знаю. Но Попча в нидали уже. Типа, окей, есть какие-то дэши. Джинкс для Супы. Ксанта для Мирвина. И зряльчик будет для Шогуна. Поехали бана в вторую ротацию. Ариана в пике в первой ротации. Чат, я говорю, мета-шифт происходит у нас. АПшники туда-сюда. Камила для Нанауи. Нанауи, никнейм, конечно, смешно звучит. Нидали, Синдра, Ксанте, очень сильный топ-сайт у Мэда. Вообще, у Мэда такой прям темповый драфтик. Мне нравится. Контроль есть в виде Наута, в виде Синдры. Синдра мешает играть в игру Лисину с Камилой. У Викингс больше такой улынчик с Камилой. Как-то пытаться забирать Джинксу. Можно искать кик, шоквейв. Есть Поппи, которая мешает немножко Нидали с Ксанте играть в игру. Поппи здесь смотрится хорошо. Дозряли левому должно добираться трудновато. При этом, но Мэда будут темпить. Я думаю, что Мэда должны против таких команд темпить. Я думаю, что должны. Но форма не сильно белая, только воротник. Да, они еще не знают, что они не выиграют Worlds. А что у нас за подвисло тут все с продакшн? О, ебать продакшн. А вы еще что-то на KSI говорили. Чат, у нас Worlds начался, они косяк. На косяке просто. Лег продакшн. Но флаги, кстати, прикольно выглядят, вот эти вот Worlds. Так, Альвара в итоге с Бие на миде. Супа с Мирвином пушит топ. Свапа, если что, у нас просто для того, чтобы поддинать немножко вражеского топ-лейнера. Плюс поддоджить матчапчик на боте. Но здесь не то, чтобы этот матчап на боте хочется доджить. Так что здесь скорее просто, чтобы Камилу подушить. Потому что Камиле потенциально придется тратить свой телепорт на топ. При этом Ксанта и так будет на своем топ-лейне. Джинкс потом рекольница уйдет на бот. Вейвы особо терять не будет. Либо потенциально еще Мирвин может ТП на бот дать и принять там вейв, если его не задавят. Но его скорее всего задавят. Там Камила, там Поппи, там Лисин, там Изреаль. Все там. Альваро идет на бот. Альвар как раз идет на бот, чтобы если сейчас Мирвин будет давать телепорт, чтобы не задавили Мирвина, чтобы они там были вдвоем. Но Наута с Ксантой все равно в теории могут поддавить. Так, Альвара пока один. А что, ТП будет какой-то? Или Альвара просто одного сейчас задавит? Окей, ТП идет от Ксанте. Играют по Альваро. Он подрутал Бие, но Альвара должны доесть. Науи уйдет в размен точно. И Мирвин еще получает на себя убийство и вейв.
очень плохой плей от викингов. Так, Ильюэ забирает потихонечку позицию на личинках. Буря в ботсайде делает дракона, так что у нас просто здесь размен объектами. Мэда еще и подсвапали, у нас Джинкс с Наутом в топсайде. Подлутают для себя пластин. Бьес на Науи попробует что-то под дефа здесь, какую-то часть вейва принять. Ну и Шоган тоже на боте может по турту поиграть. Две пластины снимают на боте Викингс, две пластины на топе снимают Мэды. И три личиночки. Но три личинки очень приятные для Мэдов. Конечно, когда у тебя три линии с приоритетом, вы можете работать по вышкам и так далее. Верли, это какие-то пластины, так или иначе, будут под Джинкс, Биев, Фейсчек. Ху хороший, Бие без США. Вэшка не попадает в суп, не смог Бие замедлить, но Гост прожимает, начинает настреливать по Бие, Бие больно, Бие можно убить. Хорошо, Ильёя снайпит копьем, красиво под контроль, первая кровь. У нас, кстати, уже была. У нас же там был дайв на боте, но это первый кильчик такой, уже прям игровой, без дайва, без этого, да, еще один для мэдов. Я уже даже забыл, что это дайв был, у меня первая кровь второй раз. Так, Ильёя вместе с Альвара на топе, на Науе, закрывает в итоге в свой ультимейт Супу, пытается сыграть как-то Бие, но Супа выфлешивается, и ракета сейчас будет, и Бие может умереть за это, Бие умирает. Ай, он на Ешке летел в Джинксу, но просто в Кусаке встрял, из-за этого ничего нажать толком не смог. Шогун на боте разыгрывает по Мирвину. Мирвин пытается найти соло-килл, переплешивает кушку Люсина. Мирвин выбивает скачок из Шогуна, но Мирвина все-таки забирают на боте. Есть размен от Викингс и Спортс. Промазал, ручки трясутся. Это, кстати, факт. Ручки трясутся у ребят 100%. Прикиньте вообще, какое давление, когда ты на World сыграешь. Особенно вот когда это первая игра, когда вы еще вот в поток в этот не вошли, что вы играете в международный ивент и так далее. Я думаю, первые игры точно волнение присутствует. Но у мэдов явно волнение должно быть меньше. Они на домашней студии, им гораздо привычнее, конечно, чем ребятам из Вьетнама. Так, Бие с Шогуном на топе, подсвапали под личинок. Страхуют плюс на Науи, а мэды как раз-таки собирались на Науи здесь поддавить. В итоге вынуждены отсюда выходить, смещается сюда Гурия. На Науи при этом телепорт в стоп отдал. Мирвин без телепорта на боте сам. И он только сейчас пешком начинает сюда идти. И форсит драку из-за этого Викингс. Пытаются сыграть по Альваро. Фоллоуапа нету особо. Мэда хорошо вышли. На Науи пробиты на пол хп. Ксанта пешочком сюда придет. Еще и копье прилетело в Камилу. Очень больно Камиле. Выглядит так, что должны личинок отдавать, либо сейчас что-то флипать. Гури, например, может найти кик по Ильёе. Гури ищет пик, кушки не попадает, а ужасный плей от Гури. Блин, пикать Лисина вот так вот в первой карте, зачем оно вам надо? Пикните что-то стабильное, Альваро, левел 5 пока. Там Мирвин в спине. Ой, Мирвин на фланке, на каком Мирвин? Всем приветик через интернетик, Мирвин. Пытается кого-то цепануть, цепляет Шогуна, Шогуна забрали, хорошо, Мирвин их прекрасный фланг кинул, для Нидали, еще один 3-0 Ильёя. Зачем они свапаются? Ну, они свапают под личинок, важный объект, они хотят их получить. Нужно, чтобы здесь была двойка, плюс дальше можно еще и по турту поиграть, они в целом дальше ведут и разгоняют через топ свое преимущество. Но в основном свапают в начале игры, чтобы вражеского топ-лейнера поддушить и выбить из него телепорт, а в середине игры свапают уже просто под объекты, под Герольда, под личинок, чтобы численное преимущество там было, и соперник должен это контестить, тоже свапать. Но если выйдут как-то Викингс в Инфернальную Душу, окей, но пока выглядит тяжело. 3000 преимущества мэдов, мэды сейчас должны просто идти и забирать все вышки. Забирать мид, забирать бот. О, худ появился, да. Так, давайте таймер вам сейчас. Порежу. По-новому. Так, подзакрыли Мирвина. Мирвин тут поживет, Мирвин. Ультит, выфлешивается, тут рядом Альваро, Мирвин выходит, Гури попал по Мирвину, летит до конца, его нокапают, Мирвин одно хп живет, его добивает все-таки Кати, дальше по науту Альваро взяли, наносит ответный удар викинги, нашли два кильчика для себя, за это по сути мэды ничего не забирают, но топе просто пушат в рискове, но уже реколится у нас Камила примет вейв на топе, и это просто хороший плей для Вьетнама. Так, вышку на миде забрали. Есть ресетик для супы. Шогуну пострелял. Хорошо, поехали дальше в Т2. А кто нас остановит? А нас никто не остановит. Мы Т2 спокойно здесь забираем. Еще стан прилетел по Биеху. Правда, не попадает от Альваро. Подигнайтили. Биев флэш. Минус Т2. Супа еще ресет. Но в Т3, конечно, уже жадно будет идти. Две вышки снимают на халяву мэды. Там еще и стоп-вотч у Ильёи теперь. Почти два предмета у супы.
Кати пока стакает свой Архангел. Шоган тоже стакает каплю, но они просто отдают этого дракона, по идее. Тут трудно файтить. Либо какой-то плей, если быстро искать, не знаю, с Камилой, с Лисином, по одному таргету какому-то кого-то цепануть. Кати с Гури вот идут сейчас на бот. Опа, Фрискович! Подставляется Фрискович, кик. Хорошо. Есть шоквейв, Фрискович пока выфлешивается. Еще кушкой попал Гури. Шоквейв отдал Кати лишний, правда, но их закрывают в спину, прилетает на Науе. Здесь все меды рядом, биение мисс позиции, Шоган тоже. Гури пытается выйти, сайдстепает копье, выпрыгивает на варде. Гури! Беги, Гури! Беги, Гури! Не, ладно, Гури взяли за его Гури. Гури умирает здесь, ракетой супа забирает убийство. А там еще и Ариану стопнули! Или нет? Нет, это на Науе по Мирвину играет. Ариана улетела, Ариана с ТП вернулась, забрали Ксанта, хорошо. Я видел, там Ариана реколилась в кусте, сначала показал, что это по Ариане играет, а это в итоге на Науе играл просто по Мирвину. Два килла для Викингс. По вышке работает Шогун, Шогуна даже в файте не было, это должен быть дракон, либо в Т2 пойдут. Хорошо, Викинги. Так, преимущество сохраняется, хоть какое-то у меда. Чуть меньше 2000. Опять забирают позицию. А, что на новый на топе без ТП делает? Они отдают дракона. Но если разменяют хотя бы в Т1 на топе, который Камила может забрать, то может быть нормально. В целом размен. Типа первого Дрейка отдать не страшно, получить для себя лишнее золото с вышки. Там два предмета у супы, Фантом Денсер плюс грань. Блин, у Джинкс, конечно, страшный там. 200 на 19, 1.03, пластины, 1500 преимущество над Дриалем. Тупо просто в Аминайн. Так, Катя дает шоквейв. Забрал пачку на боте, пока деф и Т1. Вышку на топе, да, на Науи забирает. Для себя 1400 преимущества на Науи на сайде. Скоро два предмета будет. Мирвина, по идее, может быть, даже один на один будет выигрывать. Т2 на топе под фокусом. Шоган пока пушит мид. Тут Т2 просто отдают, Викинг. На Науи. Подстрял, копье, на Науи просто сдох за эту вышку, ТП в спину идет, ужасно плеет Викингов. Кати прилетел, надо выходить отсюда, отдали Т2, отдали просто Камилу, Шогун заберет Т1 на миде. Т2, ну не успеет он уже здесь никак пойти, просто пытается отпушить вейв по-быстрому, в Т2 потыкает, но вышку он здесь не заберет точно. 3 минуты до Дрейка. Но теперь то же самое мы должны делать в бот, забирать Вижн в боте, забирать Т2, забирать Дракона. Так, супа. Шогун выфлешивается, больно. Ой, подзамерили еще, можно подчейзить ракета. Ой, хорошо, Альвара, иду кап туда же, его закинул, бие. Выкинули на аута, бие теперь под фокусом. Но, кстати, неплохая позиция у медов, там Гури летит вперед. Выходит обратно, Фрискови душит очень станами, там в спине Камила. Шогун битый, Поппи тоже битый. Нет, ну здесь викинги дальше ничего не могут особо делать. Кажется, дракона надо просто отдавать. Ну, опять плохая позиция у викингов. Их всегда меньше. То есть плей на топе их меньше было, сейчас тоже их меньше было. Они как-то не скоординированно действуют. Шогун что-то пытается здесь напукать. Падает дракон уже, бие далеко, ульты нету, кого-то выкинуть. На Науе ты куда? На Науе! У-у-у-е! На-на-на-науе! Шогун тоже умер. Даблкил для Ильёи. Катя пытается выйти. Копьем мимо. Ильёя. Дофлешивается Ильёя. В жоне уходит из супа. Забирает на себя килл. 3-0 файт. Дракончик плюс на шорчик, по идее. Гури. Хочет пытаться стилить, нет? Только будто нет смысла, там на шор будет. Лучше на шора пытаться стилить. Там он сейчас вижда натыкает какого-то тебе бие. Так, мэды портят на шора, тут Гури с бие. Катя с телепортом, 6к. Гури пробили. Бие пытается подсейвить своего джанглера, Гури выпрыгивает. Ракета супы не попадает по Гури, задефали на шора, окей. На шора смогли защитить. А может... Не, ну сами не могут старшить. Гури слишком битый. Вижу, надо просто снять. Или сами будут стартить. Сами будут стартить. Но посмотрим. На шора урона много. А меды, вы чё? Хлоу. Меды. Да пойдет. Вы на шора въебали? Проснитесь, вы обосрались. Собрать на шора, смайт, найс, на 300 хп, Гури, хорош. На шор для вьетнамцев. Доброе утро, Mad Lions. Блять, чат, вы можете мне объяснить, почему я сейчас сижу, комментирую игру, и все это время, когда я молчу,
У меня в голове играет песня «У-у-у-е, я скучаю по тебе, давай пойдем с тобой туда», вот это вот все. Я не могу, она нон-стопом у меня играет в голове, как от этого избавиться? Как она у меня вообще в голове оказалась? Это все на Науе со своим никнеймом. Помогите. Т2 на боте падает, Мэтт забирает еще одну вышку. Но пытается размениваться Катя хоть как-то. У-у-у-е. Я скучаю по тебе, давай пойдем с тобой туда. А ты опять сидишь один. Я не могу, это все. Это мой новый гимн чемпионата мира, походу. Нет, чтоб Линкин Парк в голове играл, у меня у-у-у-е. А вы теперь все будете эту песню петь. Так, все. У нас дракончик, 18 секунд. Викинги забрали позицию, ТП сюда идет от Мирвина. Там Рабадон закончен у Кати. Три предмета из реальности. Скоро Рабадон будет у Фрисковина, Фрискови вообще в отставании. Четыре предмета супа! Четыре предмета супа! Но если ты называешь себя лучшим адешником в ЮУ, ты должен эту игру в соло сейчас выигрывать. Ой, ну кого поймали? Ну как так, Кати? Ёпсту, Дэйби, Е умирает, 2 килла для медов. Дракона пытаются доделать, викинги не успевают вообще этого сделать. Но и опять вас кичат до файта. Ну группнитесь, вы вместе, гури! В стиле дракона! Выйти, выйти, выйти! Там, правда, по Шогуну играет еще Мирвин. Мирвин Шогуна не отпустит, Шогуна убьют, несмотря на то, что это прекрасный сериал, но этот Шогун умирает. Шогун! Шогун вышел. Мирвин, погоди, Шогун разыгрывает, как Гури. Пытается еще хоть что-то сделать вдвоем. Забрали Нидали. По Мирвину доиграет, стреляй, Шогун. За всех стреляй, Мирвин. Одно хп выживает. 2 килла для медов в итоге. Ну, близко было, близко было. На Науе? Опа. Я скучаю по тебе. Давай с тобой забьем Т2. Т2 забрали. Хорошо, на Науе вышел. На Науе душит. Гури. Так, Гури, не надо ничего искать. Там дракон 2 минуты. Это может быть душа для викингов. Им нужно просто законтролить, чтобы Мэда не забрали на Шора и подраться за Дрейка. Если они заберут инфернальную душу, Ариана, Камила с Изреалем под инфернальным драконом. Под инфернальной душой. Дайте 2. Чат, вы зачем это спамите? Ну я же реально не избавлюсь теперь от этой песни. Так, Мирвин. Прогнали на Науе. На Науе скоро с Га еще будет. Да, на Науе вообще ёбнуто сильный. Там и в Кате тоже почти 4 предмета. 4 предмета Шогун. А супа из того, что Синарочи купил, как бы, ну, сильнее-то он особо не станет. Блять, ну-ка. Я, конечно, должен притапливать за ЮУ, потому что я смотрю Лег, но я как будто чуть-чуть за Викинг немножко притапливать начинаю. Мне хочется, чтобы они удивили. Нафи медов. All my homies hate made lines. Так, ух. Там ну капчик по Кате прошел. Бури на фланке, но он просто выйдет здесь от Мирвина. Ну, Альвара отдал ультимейт в никуда. Дракон 20. На Науе на фланке, его не видят. Ну да ты в тропу встал, ну там же тропа в стену, посмотри на Науе. На Науе, Мирвину один на один нормально накидать здесь может. Мирвина сейчас просто убьют. Его там медленно ковыряют. Мирвин одно хп, он может бэк тпшнуть. Надо не дать ему бэк тпшнуть, попал по нему Гури. Надо стартить Дрейка, пока Мирвин тп не дал. Фастом, Шугун, ты чё битый такой, ты что поймал там? Ульта из реалия, сбить рекол. Хорошо! Дракон, 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 дракон. На Науе трахать. У-у-у-е. Там Фрисковый на фланке, флеш-хук попал по Кати. Ну, Кати, ну флеш нажми. Блять, Кати. Там по Шогуну Фрисковый флеша сыграл. Дракона отжали меды, походу. Гури. Гури, this is your moment, now is your time. Prove yourself and rise. Шерика Дрейк. Там на Науе умирает. Чё, все, въебали Дрейка. Да, просто как же, блин, иду Кати, нажми флеш от хука. ТП Фрисковый на топ, меды идут заканчивать. Но как минимум в сторону заберут и на Шора, но они две стороны точно вскрывают здесь. Бля, ну Катя вообще меня расстраивает. Падает Т1 на миде. Т1 забрали, дальше ингип забрали. Чё, индить можно вообще, нет? Джинкса на ресетах еще будет. Пиу-пиу-пиу-пиу. Станчик, оп, успел Ешка дать Шогун. Альваро, но кап накинул в Изреале, выкинул отсюда Джинксу. Кстати, Бие и Вейв. Но мы без АДФа, 10 секунд о Кате. Шогун? Шогун! Успел Ешку дать, Шогун? Блять, ну как вы троллите? Ну нажмите кнопки!
Бье, бье больно. Приходит Катя. Есть шоквейв, можно вейв отпушить. В4 почти упала. Шоквейв отдал, плохой. Катя поймал хук, есть флеш еще. Катя выфлешивает, на науе пришел. На науе закрыл Нидали, Нидали шотнули. Бье выигрывает время, тут Гури рядом. На науе, не ладно, там супер ресеты. Пью-пью-пью, накидывает супа больно. Нет ультимейта, дофлешивается за Нанауе. Супа, Нанауе живет. Но, правда, падает. Падает Нексус Меда и забирает первую карту. Ну, кстати, не, ну вообще неплохо играют викинги. Но на объектах просто сыпется. Их кого-то кетчит одного. Мне кажется, если бы они просто сыграли толпой, пятеркой своей на драконе, нормально. Катя бы, блядь, флешнул от хука. Ну, очевиднейший плей. Флеш нажми, все хорошо будет. Нет, он умер. Шоквейв не дал. И в итоге GG. 1-0 в пользу медов, но какое-то ощущение, что они могут навязать борьбу и забрать одну карту, есть. В целом, не так плохо все было. Все, поехали. Вторая карта, меды против викингов. У нас нормальный дракс, починили худ. Риоты, уже спасибо. Меды опять на синий, викинги на красный. Викинги красные для себя берут. Баны те же самые, что и в первой карте были. Реник для Нанауе. Санте без Камилы в этот раз. Но Нидали все равно будет для Ильёи. Нидали им не забанили. Забанили Билдет и Его викинги. Нидали для Ильёи. И просто ЦЦ саппорт какой-то для Альвара. Да, забирают Рел. Бие, Алистар просто в ответ звучит хорошо. Бля, ну Алистар в Синдру не очень, конечно, приятно играть. Но в целом Алистар звучит хорошо. Под Ариану, под Джарвана, под Джина. Здесь Алистара смотрится классно с правым драфтом. Но опять у нас такой. У нас темпа драфт слева, Синдра, Нидали, Джинкс. Просто разгонять карту, сильная двойка это. У Меда, в принципе, драфт тот же самый, по сути. Кроме места Наута появилась Рел. С другой стороны, у викингов опять есть опции в тимфайтах доходить как-то до Джинкс. Джарван, Алистар, Ариана. Все кнопки нажимать Синдру с Джинксой. Рел будет пытаться вместе с Кранта дефать свой бэклайн. Я думаю, что Меда должны забирать 2-0. Так, у нас Гури забирает вражеский джангл. У нас опять свапают меды. Опять разделяем лес. На Науе, скорее всего, будет потом давать ТП на топ. Но Джикс, Ксанта, Рел могут его задавить. Ой, Альваро, Игнайт. Он Гури сейчас может солокильнуть. Гури выфлешивается. И Редбаф переагрился. Как же Альваро задушил Гури. Подожди, Гури, ты куда подходишь-то к Альваро? Альваро может еще доиграть, ты же без США. Альваро! Должен доесть Гури, еще и Фрискови пришел. Наказали Гури, меды. Бие вовремя не приходит помочь своему леснику. И в итоге еще и Бие здесь немножко подстанет, подходит Кати. Пробили Алистар. Алистар выходит. ТП на топ подает на Науе. Еще одну пачку примет супа. И это первый кровь для медов. Кати встрял. Тут Ильёя рядом. США Альваро. Красиво копье попало по Кати. 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 Одно хп Кати. Да есть кому-то Ильёя. Забирают убийство. И Фрескови еще и живет на одном хп. Бие вряд ли здесь может по Фрескови доиграть. Фрескови еще и захиливается. Вместе с Альваро пытаются допушить. Бие, может быть, флеш-комбу какой-то сейчас даст по Фрескови. Но угрожает. Но теперь Фрескови лавла получил. ХП у него довольно много. Он от комбы не умрет. 2-0 пользу медов. Во второй карте Викингс, конечно, что-то пока хуже выглядит. Как будто уже игра закончилась. Ну... будет играть неприятно. Синдра получает для себя лишний килл ассист урли. Так, Гури, бля! Альваро падает Гури на голову. Гури еще раз убивают. Как же Ильёя вместе с Альваро душит сейчас джангл. А там Джина будет и Шогун. Шогун ядрит Мадрид. Шогун выфлешивается. Альваро стан, копье, законтролили Шогуна. Урона хватит, нет? Ильёя? Не, урона не хватит. Здесь Ильёя... выходит, Шогун выживает, отдал две самонерки. Ильёя. Там крабик. Да, и у Ильёи сейчас стоит весь лес. У него все кемпы, кроме астроклювов, есть. Так, там личинки. Супа уже идет на личины, как раз таки свапают, да, в топ-сайт Мэри. Также все делают по шаблону, как делали в первой карте, все работало. Но Гури пытается стартануть личинок сам первый. Одну может хотя бы забрать и с мейтом успеть. Плюс на Науе Сприо на топе. Мервин сбекается, пойдет на бот. Но Шогун задерживается. Рел тоже здесь. А, засмайтил Ильёя личинку. Блядь. Гури. И это пиздец.
Это просто лоу. А, Гури, нет, пожалуйста, не убивайте его, пощадите мне его, уже жалко, хватит буллить его. Еще копье опять сбили, ресет. Они додавят, там супа подходит. Альваро, подстанили Реника, под контроль. Альваро... Ой, ракетой заснайпили на Нау, я даже ульту не успел нажать. Супа идеально играет, копье по Гури попало, Гури умрет. Минус Гурген, дальше доиграть по Рел. Хоть как-то килл найти, но там стан прекрасный от Альваро. Не убили даже Альваро. Супа накидывает по Шогуну, их додавят точно, супа. Допушиваем вейв, Ильёй, копья туда-сюда, раскидывать. Ну да, Шогун Бие пытается выйти, Ильёя ищет копье какое-то, их зонят. Вижена нету, Шогун пытается подойти, здесь Гури рядом. Еще копье мимо пока. Ну ладно, пачку здесь они примут, но это все равно 3000 преимущества медов. Боже, как же размекрили сейчас меды, как Альваро выжил. Это нелегально. Еще и личинку украли у Гури! 5-0, 9-я минута, 2500 лид, у Супы скоро грань на базе, 3 личинки, дракончик еще живой, Гури пока его забрать не успел, Гури минус 900, Шогун минус 900, Мирвин, ой, поймал Шогуна, Шогуна ультит, Шогун, есть флеш, если что, Мирвин, пушку настакал, дофлешивается за Шогуном, сокращает дистанцию, выфлешивается Шогун. Тут Ильёя, там фейсчекает Гури и Кати. Опа, Ильёю закрыли, есть флеш, Ильёя флешаут, попал по нему хорошо. Шогун, Ильёю взяли. Мирвина можно убить. Викинги на ответный удар наносит Шогун. Вэшку какую-то подснайпить, хорошо. Заиграть по Мирвину, забрали Мирвина. ВП Викингс. Есть 2 килла, забрали килл для Ори и для Джарвана, но на топе теряют пластины. И на миде теряют пластины. Бие. Оп, слыша. Хорошо. Супа закинул. Супа. Слышом секс гастом. Супа. Выходит на госте. Просто даже флеш не нажимает. На Науе как-то дочейзить смогут или нет. Выфлешивается Альваро. Бие будет давать комбу по Альваро. Станчик как-нибудь, чем-нибудь. Там ТП. А на развороте. Меды сами. Там Нидали рядом. Их сейчас будут дайвить. Их сейчас будут дайвить. Приходят Нидали. А чё Ильёй не обошел вокруг? Ну, не дайвит в итоге, ладно. Но Джарвана не видит, Джина не видит, думают, могут сюда идти каверить, видимо, из-за этого не пошли дайвить. По Шогуну играют. Ой, Кати, одну хп выживает, а вот Шогун не выживет, Альваро с Супой. Собирает еще одно для себя убийство, Шоквейв, Вейв от Кати. Пока живет. Телепорта, правда, нет, здесь Гури еще опять цепляет Ильёя. Ну, прогоняют от вышки, вышку на боте просто ковыряет опять Супа. 1200 преимущество на Джинкс, 3-0. Мирвин почти соло-килит на Науе. Мирвин бежит за Науе до конца. Есть флеш, выфлешивается на Науе, пока жив. Пачку можно, по идее, попробовать еще отпушить здесь. Но вышка на боте почти упала. Одна плита еще жива на боте. Но они ее додушат все равно, рано или поздно. Это почти Little Temp или нет? Это без Little Temp. Little Temp только выше сегодня. Весь турнир будет на 18-м патче. Копье по Шогуну. Ильёя? Нет США, нет США. Хорошо, Бие контролит. ВП Бие, спас АДшника. Сам выйдет или нет? Он тонул. Но пока урона не хватает все-таки по ультимейту Алистара. Там личинок под шумок забирает Гури. Но 2000 лит на Джексе, Супа в соло должен карту закрывать. Там грань на базе, летит ракета по Гури. О! Блять, он чуть личинку не засилил, успел Гури засмайтить. В чем смысл пика Джина был, я понимаю, что не в нем проблема, но интересно. Но Джинничек неплохо себя чувствует в текущем мете, плюс у них такой, типа, у них энгейдж далекий. С Джарваном, с Рианой, с Алистаром, и Джин здесь скорее просто как такая поддержка с воздуха. Там вешечку накинуть, ультануть под файт и так далее. Ему не то, чтобы кто-то в файте угрожает, если они улынят Супа. Фейсчекает, троих, хорошо. Супа убили. Там стрик 250, седает Риник, приятно. Герольд через 40, правда. Супа успеет сюда прийти. Супа сожрали. Так, и Супа забирает еще одну вышку вместе с Альварой. Герольда тоже меды получает. С Герольда Митура заберут. При вышке будет у медов там 16-й. Преимущество по золоту увеличивается. Пока команды меняли стороны на второй карте. Нет, в серии
Если честно, я не очень знаю, кто в первой карте выбирал сторону, надо будет чекнуть. Но по идее, просто команды, которые выше сидом, по идее, мэды должны были сторону выбирать в первой карте, либо монетка. А дальше уже по ходу серии команды, которая проиграла предыдущую карту, выбирать сторону, и викинги взяли для себя красную сторону. Ты голову красишь в этом году? Не, я без покраски в этом году. Чат, у меня волосы после покраски в прошлом пиздец испортились. У меня седые волосы полезли после покраски. Причем прилично. Мне, блядь, 28. Ой, Фрисков, я свой килл на Шогу не нашел. Шогун со Шом умер. На Науе просто сбили Герольдом. Герольд призывается в Турод. Турод доберут точно. Дальше еще можно пофорсить файт какой-то. Шоквейв Кати отдает опять такой себе. Бие, комба, Паксанты. Зачем? У вас мертвый АДшник. Альбер хорошо влетает по двоим. Комбат Гури. Супа залез в Герольда просто в капсулу безопасности. Забрали Ксанта, кстати. Польёй доигрывает викинги. Супа все это время не стрелял. Он был в Герольде, он был занят. Супа дальше начал стрелять. Кате больно. Супа ищет ресеты для себя. Все на дом хп вышли. На Т2 заберут здесь мэды. Ке 27? А, реально. Я не знаю, почему я считаю, что мне 28. Т2 на миде забрали. Да на шорчике еще 3. Просто Т2 будут снимать потихонечку. Опять-таки, Сидж хороший, Снидали, Синдрой, Паук есть. Альвар Хексфлэш. Опа, Катя здорова. Катя, но флэш прекрасно забрали Кати. Браво, мэды, браво. Ладно, мэды вселяют надежду. Они, конечно, в первой игре подынтили с тем нашором, но мэды вселяют надежду, что все-таки в швейцарку должны выйти. Гури вышел. Но тут воевание, то, что в Т3 на боте идти. Можно по миду поиграть потихонечку, потыкать. Вот копье больно по Гури прилетело. По вышечке потихонечку супа стреляет. Т3 уже на пол хп пробили. Т3... Там Альвара контролит пока Рейника, по Нанауе накинули кнопок, Нанауе больно. Окей, Альвара без ульты остался, как и Нанауе. Хороший комбат Фрисков, Гури с Шоуганом сильно биты. Флипнули Рейника, комбат Бие по Мирвину, доиграли, Шоуган забрал килл, выход на поклон по Супе. Но Супа должен выйти, мэды все остальные должны выйти здесь, хотя Гури вообще с катаклизмом. Ну нет, все, ладно, дальше не доиграть, ну киллчик нашли на Мирвину такой. Так, Мирвин. Улынет Гури. Больно Гури. Мирвин сейчас просто лукинет его. Где команда? Мирвин! Да есть как-то! Забрали Мирвина все-таки. 0-3 становится Ксанте. Почти разыграл. Флешнул непонятно что, правда? Так, Супа Гури не доест. 50 секунд до Дрейка. Мирвин с ТПшечкой. Супа, два предмета. Ну вообще, если бы на предметы смотреть... Бля, у Арианы, конечно, все плохо. Там кусок Банши. Архангел ТП в спину. Мирвин приехал. Шогун. Шогун должен выйти. Бие, мне кажется, тоже проживет. У него еще ульта есть. Нормально, все, на Науе спине. Рано. Шогун. Цепанули Фрискови. Фрискови флеш, выход на поклон. Там на Науе зонят. Супа настреливает просто на Науе. Ну хеллоу, ну что это такое? Ты просто умер. Мирвин, дальше. Ищет Шогуна с флеша. Красиво. Альваро. Альваро Мурата, даблкил для Джинкс, дальше комба по Бие, Бие на шишке вышел, там Гури цепанул Супа, Супа, ракета по Гури, Гури флешнул, дофлешивается Супа, ебать, крит залетел, больно как. Минус 3, триплкил для Супы, а можно пенту найти, у меня в пикеме пента, дайте пенту Супе. Супа. Бежать, Супа, бежать, 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 Супа, 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 Супа. Квадра? Блять, ну не зарегала квадру. Ну пиздец. Катю тоже убили. Килл для Ильёи. Ингиб заберут. Генту не зарегала под пикем пока. Так, на Шора сортанули. Но мэды будут файтить. Им нет смысла вот это вот 50 на 50. Ой, хорошая кушка от Мирвина. Туда же комба, одно хп у Гури. Ультанула Алистара. Отсюда там Альвара в спине. Цепляет Кати. Кати выдает шоквейв, но умирает. Есть ресеты для Супы. Но Фрискови пока получает из себя убийство. По Бие доигрывает. Минус Бие. Есть кильчик для Ильёи. На Науе туда же. Гури фоткает. И Шоган тоже на супер широкий объектив с ультимейта снимает всю эту драку. Даблкил для Ильёи. Дальше можно зачистить. Ракета! По Гури попала. Гури здесь закинулся горохом. Поэтому пока живет Ильёя. Дальше по Шогуну. Шогун жестко сайдстепает. Вот это в мувмент. На 4. А что, не заканчиваем, да? На что-то пойдем. Мы хотим пенту для Супы, пенту для Супы. Ждем. Чем адептики стали так часто брать Мултл Ремайндер, а не Доминик? Потому что между ними нет никакой разницы. У Доминика 10 АД больше, а у Мортл Ремайндер Хиллорес есть. Ну, типа,
Здесь это не то, чтобы роляют, а Mortal Reminder, когда там Ренихтон, там Гури с расколотым небом, ну, типа хил какой-то есть, но почему вы хилы резко нет? А так, ну, предметы идентичные. Альваро цепанули, немножко пробили, там Нанауи выбивает флеш из супы. Неплохая драка для викингов, Шогун минус клинс, Мирвин цепляет двоих, неплохо. Но Мирвина убить могут, так-так-так, викинги! Забрали Мирвина, выход на поклон, по Альвару накидывают, Альвара можно убить первый раз за эту карту, он 4 не попал! Бие, комба, ну что-нибудь найдите! Ну есть катаклизм еще, доиграть как-нибудь, хорошо, поймали фрисковый шоквейв, первый шоквейв от Кати! Гол! Есть килл! Ренектона забрали, правда, в ответ, Нидри килл получила, Альвару одно хп, комба, забрали Альвару. Дальше Гури, больно стреляет супа. Супа, ресетик, Бие, накидывают Бие, Бие умер. И все равно Мэри на развороте выигрывают. Две стороны, но они не закончат. Просто две стороны заберут. Или что, или останутся здесь. Топлю мимо. Не, ладно, все, супа выходит. Могут на топ еще пойти, попробовать Т3 на топе вытыкать. Т3 бьют. 5 секунд до Нанау, ЕТП есть. Ну все, да, выходят, выходят. Дракон 15, наш шор закончился. 10-1-5 супа. Но хорошая драка от викингов из отставания. Нормально, нормально, держать строй. Драстерия равнее будет, что думаешь, или ПСЖ с том? Я не знаю, что ждать от Пейнов. Мне кто-то в чате писал, кто смотрел финал, что Пейны хороши. Здесь супа сейчас умрет от Кати. Кати! Амос! Рано, пока у нас не бразильцы играют, но ВП, ВП Кати. Забрали кильчик. Кати хорош. Проснулся, наконец-то. Три предмета Ариана. Да, Мирвин еще вот этот вот надоедливый там на фланге стоит. Мирвин. Гури ультанул. Ой, стан хорошо, Гури цепанули. Браво, супа. Есть кильчик. Дайте пенту. Бейт на топе подходит. Т3 должны забирать. 30 секунд еще до Гури. Без Гури, без Гури не тяжело драться. Минус еще одна сторона. Супа, как же больно. Нанауи накидывает. Со своей ракетницей, стилетницей, блин. Шогун. На одну автоатаку выходит на базу. До Гури 13. Можно поискать пенту для супы. Ну-ка, ну-ка. Первый Т4 падает, супа. Ой, хороший ингейдж от Альваро, похороны. Это похороны. Два килла для супы, минус Nexus, 2-0 в пользу мэдов. Уверенное начало плей-ин стадии для Mad Lions. Все, поехали. ПСЖ против Pain Gaming. Господи, Пэн Обед чуть не сказал. ПСЖ против Pain. У нас первый регион, первая команда PCS от Тайваня против лучшей команды Бразилии. Vamos Brasil, Botarde, Bom Dia, Muito Amigos, Muito Amores, Senhoras, Senhoras. Vamos. Все перечислено, да. Так, Макайчик, Аша в бане в первой ротации. Макай после нерфа все равно в бане. Минус Аврора против Мейплей Аши. Минус Синдрочка, Пимпочка. Минус Ариана. Три бана в АП-мидеров в первой ротации. Азирчик все еще открыт, между прочим. Азирчика пока не трогали, Азирчика пока мы не видели. Какой-то, а что, индийское, сколько у меня осталось? Но есть Бром, есть Поппи, да, против Рэл. Видимо, нами. Ну, слева драфт явно надежнее выглядит, справа какой-то такой авантюрный, авантюрочка какая-то. Возможно, даже дубайская происходит тут пейн. Авантюрный слишком драфт, я думаю, что ПСЖ должен играть. Такие страны играют, а Тайвань и Бразилия. Чапом-чапом на линиях, но Тристана Эрли дайвит Йончика, Йончик потом, в принципе, на шестом уже и позже может на среде выигрывать. На топе 50 на 50, я думаю, это лесника зависит, но Джакс аутскейлит. На боте 2 на 2, Люд с нами, с левел 3 тоже могут подавлять. Лайфаза посильнее у... Саша ровненько, на миде при у ПСЖ, на боте при у Пейн должно быть. 3 на 3. Но сейчас, за счет того, что Тристана может помолиться, здесь, конечно, крабы забирают. ПСЖ.
Ресетик первый нашел для себя Вайзер, купил себе Эмреза, чтобы комфортнее было стоять против Фажа на топе. Мейпл какие-то трейды Динкера находит. Неплохо. Кстати, Мейпл прям поддавливает Динкера. Мейпл последний турнир проводит свой в карьере. Хотя в том году тоже были слухи о том, что он карьеру закончит, но это были слухи от СМИ, а здесь именно сам Мейпл сказал, что это его последний турнир. Так что Last Dance от Мейпла, посмотрим, могут ли они выйти хотя бы в швейцарочку и в швейцарочке еще пошуметь напоследок. PNG. Как-то PNG тоже не звучит. Pain. У них короткое название. Так, PSG в итоге пришли первые, забирают личинок. Перевок в боте, зачем свапали тогда, ничего здесь не получили на этом свапе, по сути. Дракона забрали, окей. Но личинок решили отдать. АЖ, Вайзер будут дайвить, Мейпл приходит, Вайзер. Плохо Б. Сняли плейту пока. Вайзер отдает Ешку, АЖ выфлешивает, там бомбочка от Мейпла. Много урона по Вайзеру, одно ХП остается, но и АЖ должен это убийство для себя добрать. Вайзер пытается выиграть время, прыгает на АЖ, выфлешивается, Вайзер. Красиво, Вамос Бразил. Неплохо. Вайзер разыгрывает, выживает на этом дайве. Выигрывает время для своего Йончика. Йончик идет в бот, и они хотят задавить бота. Здесь Дунжия. Ну, не опасно дайвить троих. Там со Скарнером, с Рейл, шестой уровень. Там слишком много контроля. Брёк рядом. Вайзер ТП, ну можно посмотреть на файт, на четвертый это уже отдали личинку. Крюк встрял, подконтролили, хороший эквалайзер, Крюк флеш вышел, ульта, хорошо по Джинджи, туда же Динкеду, добрать Джинджи, у Вамос будет, Вамос есть, первая кровь. Для Джаксонщика, но отдали 5 личинок за это, Пейн. Ну, приятно, на самом деле, преимущество получить для Джакса на линии. ВП, Пейн, ВП. Так, Пейн. Давить Мейпла? Не, не будут. 3.40 до Дрейка, там Герольд живой, Герольд... Что-то вообще PSG в игру не играют, пока АФК какое-то. Уничтожители достакали, первые предметы получили, но мне кажется, правый драфт скейлится лучше, нет? Джакс, Йончик, Люция, Нами, скейлится тоже нормально. Типа Тристана, Рамбл норм, МФ, то под тимфайты окей. Но на сайде Джакс будет выигрывать, на сайде Йона будет выигрывать. Хорошо, поймали, будет, взяли просто. Второй кейлчик для Пейн, кейлчик для Тайтана. Окей, Бразил. Бразил. Рамбл 3-1 Филипп еще продолжает пикать. Я думаю, здесь Рамбл чисто под комбу с МФ, со Скарнером, с Рел. Просто хороший тимфайт комп, Рамбл все еще окей. Просто лайнфазу немножко поднерфили. И под бомба комбо здесь Рамбл себе взяли. Так, стрелок чуть-чуть повстрял, хп потерял. Джунжия, баба хорошая. Ури, там еще один кеда, ну капчик дал. А по миду Вайзер пушит, он сейчас ФБ тур-то просто берет, хеллоу. Вайзер отбирает вышку, ну, кстати, ладно, не добьет, но почти, почти, чуть-чуть осталось. Герой все еще жив, 2.5 минуты никому не нужен, потому что Пейн играют в боте, и они задают темп этой карты. Вынуждены просто PSG пока отвечать на плей Пейн, не могут зафорсить героя, но вот ТП от Мейпла на топ, они забирают ФБ вышки на топ, и хорошая ротация от PSG, они могут еще и по мид вышки сыграть, отдают за это один на боте, очень хороший макроплей от PSG. ТП на топ, 3 человека на миде. Пока Пейны проспали, все это дело. Хороший ответ от PSG. 1600 преимущества. Вайзер реколется, купит себе какой-то кусок, просто ТП команде даст. Мид-пачку Тайтан пытается отпушить. Команда рядом, если что, страшно немножечко. Пошел Динкед отпушивать бот. Вайзер пока идет на топ. Вайзер будет ТП стопы давать. Он один на один, мне кажется, может Рамблон все нормально сломать. Крюк аккуратно. Вижен пока PSG немножко отжимают, Пейн боятся, подходит сюда Динкедо, идет сюда все-таки пешком Вайзер, ТП на бот, идет в трибуш, Пейн форсит. Раба забрали, дракона стартанули, Вайзер на фланке, там есть контрольный тотем и PSG, они если что все видят. ТП идет сюда от Рамбла, Ажи прилетел, 5к, Динкедо, играют пока по Скарнеру, Джунжию сильно пробили, Джунжия плохо П. Отдал ультимейт в молоко, 3к Дрейк. Крёк без ульты уже, и PSG отдают третий дракон для Пейн! Вам от Бродилу! Отстрел Тайтана, но это чисто так попугать Вуди.
Два на топе. Никеда под деф, впереди крюк. Тут Джинджия рыбачит. Джинджия без США, напоминаю. На пассажире здесь пятером. Вайзер подходит мидвейв, просто пушит сейчас, если что, он рядом. Забрали редбаф, сыграли по Джинджии, законтролили Джинджия. Там хороший эквалайзер был, Джинджия больно. Играет Вуди, Динкедо, неплохо залетел, забрал Скарнера. По Вуди играют, и Вуди можно убить, еще и Вайзер приходит. Вайзер по Мейплу. Мейвел пока выпрыгнул. 2 в 0, драка в пользу Пейн. Но на Шора, наверное, форсить опасно. Где ты сильный Криок и Динкедо. Но это еще два убийства для Пейн. Можно забрать Т1 на миде. И дракончик 50 секунд. Вуди остался без США. Ажи остался без США. Но и Тайтан две самодерки нажал. Вайзер тоже на флеш. Динкедо выйдет здесь. От Мейпла спокойно ресетнет. И золото максимально сравнивается. Вамос. Так, Ажи. Отпушивает вот здесь Вайзер. Вижен забрали Пейн. Позиция хорошая на Дрейке, можно стартить. Инкеда стартует, стакает по кукушку. Тайтан далеко идет, у него нет флеша. Тайтан, нельзя заигрываться. Тайтан опасно по Мейплу. Хорошо настрелял Инкеда, выбили флеш Мейпла. Джинджия под фокусом, тут Криок недалеко с ультой еще. Мейпл реколится, у него будет телепорт. По дракону Пейн уже работает. Это может быть инфернальная душа для Бразилии. 4К. Бетти подходит вместе с Вуди. Будет стопнули. Дракона забрали. Инфернальная душа для Пейн. Теперь надо просто выйти отсюда. Ажи уже без эквалайзера. Вайзер подзамедлили. Не слышал. Его накушка будет. И все, и Пейн вышли. Ажих исчекает. У него флеша нету. Ушел в зоню пока. Крюк без ульты. Винкета с ультой еще, если что. Пока просто Пейн контролит позицию на Нашоре. Если что, хорошо. Бабл попал по Джинджи. Джинджи, ну стрелять можно, выкидать ему в спину. Это Шибера забрали с Карнера. Можно Нашора, можно Нашора. Вамос, вамос. Да можно стартить, мертвый джанглер. Ульта Люцина сейчас будет, ульта нами сейчас будет. Очкошники или что? Динкеда ТП даст, нормально, форсят. Динкеда, блядь, Динкеда, ты ж вот где не был. Вайзер. Выкинули Вайзера. Отстрел хороший от Люцина был. Тайтан немножко подстрел, но Вуди забрали. Один в одного разменялись. Ну, Динкеда, на ёбаный рот. Где ты реколишься? Сейчас спайк придет. Ажи встрял. Нет, флеша. Ажи умер. Окей, два килла нашли, Пейн. Но можно все равно на Шорок форсить. Там сейчас станет Скарнер, но и похуй на него. 0-3-0 еще сделает, чудик. Динкеда какой-то жесткий затул. Пейн жестко форсить могут. Опа, здорово, Джинджия. Джинджия умер, чудик. Или добить. Тут Вайзер рядом. Вайзер, стан, бам, приехали. Бонашор. Бонашор, все, халява. Джинджия, 0-4-0. Легчайший на шор для Пейн. Так, ПСЖ подходит своей четверкой. 5К, у вас смайта нету, что делать будем? Можно еще и на развороте, Пейн, просто подраться, Юнкеду. 2К, да вас никто не затилит, куда вы вышли? 1700, а его отзонили от Нашора, Криока. Блять. Пожалуйста, Пейн. Что происходит? Криок, США играет, пытается Нашора забрать, его сейчас убьют, со смайте. Засмайте! Это пиздец, Бетти! Тайтан! Ой, раскидывает! Ой, Тайтан! Всех ваншотнул! Трипл килл залетел для Тайтана! Минус 5, только Джунджия встал! Можно по тупу пушить! Боже мой, что? У него не было смайта! Ебать! У него смайт! Где смайт-то твой был, Крюк? Куда ты его дел? Бля! Мне кажется, надо было прям улынить ПСЖ как-то в Нашора, пока Криок выпрыгнул. Это пиздец. Криок одно хп там был на Нашоре, одно. Но Тайтан слегка раздал, нормально. Чё там, забрали сторону, да, на топе? Забрали сторону. Во-во-во, вот за что я люблю бразильских игроков. Тайтан, вы видели, что? Встал с места, вот это вот. Вот это делал. Кайф. Вот это эмоции. Так, Элдора делает Пейн. Трех позиций на развороте. Мейпл с ТП.
Но ПСЖ только флипом Элдера поможет какой-то удачный, и все. Но здесь просто поиндерутся. Джунджию забрали. Тайтан, годлайк. Дальше по Аже. Отстрел, хорошо, много урона. Аже мертвый. Доели. Вайзер забирает убийство. ТП на бот, Вайзер. Ну, рискованно. Вообще Вайзер здесь прилетел, его подконтролили. Но он на Ешке живет, он слишком плотный, уже у него три предмета. Тайтан. Дальше по Мейплу. Мейпл куда прилетел? Мейпл. Мейпл погибает. Янкеда живет. Забираем вышечку. Янкеду там бомба не взорвалась. Опасно было, но Redemption подхилил. Инги взяли. Все, Индим, Пейн. Индим. Минус Т4, один бэч живой. Бразильцы выигрывают и посажают первую карту. Вамос, Бразил! И причем, как они это сделали, хорошо. Максимально чистая игра, красавчики. Вамос, Бразил, вамос! Поехали. ПСЖ Пейн. 1-0. Пейн ведут. На удивление многим. У нас готовится первый апсет на этом турнире. Если Пейн смогут серию закрыть, надеюсь, они смогут. Вамос, Бразил. ПСЖ Пейн. Минус Мака, минус Сиджу. А, нет, в первой ротации это ПСЖ. Стороны те же самые. ПСЖ забрали для себя синюю. Минус Синдра, минус Калиста. Также со стороны Пейн. Они банили Аврора еще. Ариана открыта будет. Ариана была в бане у нас в первой ротации по шлой карте. Наут, Браум или что-то другое. Барт. Зверяль, Барт, норм, двойка. Под улейн тоже. Джинчика на кровать. Делай, делай. А когда они делали Кури... ладно, Браум. Но это драфт див в пользу Пейн. Мне кажется, они могут и 2-0 закрыть этим драфтом. Слева очень мало дэмэджа. Слева очень мало урона. Справа очень сильный улын. Джину... Как Джину жить против правого драфта? Как Акали жить против правого драфта? Фронта справа нет хорошего. Да у них Вай, Браум, у них нормальное количество фронтлейна. Слева урона не так много. Мне кажется, может быть жесткий вам от 2-0. Подавить Вайзера они не могут. У Вайзера всегда есть эквалайзер, который можно пачку отпушить. Главное, чтобы он просто сейчас к дубине не подставился. Блять, Вайзер, слушай, нету. А, зачем ты туда идешь, Вайзер? Вообще, Аджи пробил неплохо, тут Кариока рядом летит, Аджи там сейчас мегаформа будет и Кариока застанет. Вайзер, одно хп, жив! Аджи? Нет, догорел все-таки. Ой, Кариок, слушай, Аджи доигрывает, там что-то забагался, спектатор его застанет, и Кариок умирает, даблкил для Скарнера, бразильцы! Ай, зачем вам это нужно было? Куда идет Вайзер чекать? Ну ты с эквалайзером Рамбл. Блять, у тебя все хорошо, тебя не задавят никогда в жизни. Зачем ты пусть чекаешь, когда его рядом нет? Бродил, бродил. Еще история Золушки заканчивается, и ПСЖ разворачивает 2-1 серию. 1800 преимущество ПСЖ уже. Винкеда зарашил себе кикдринкер в вокале. И респектит жестко. Минус 15 уже. Так, ну Пейн что-то позицию забирает, там Тайтан пешочком идет. Пейн хотят в контейс личинок упаковывать. Пейн на топе теряют. Будут форсить драку, здесь рядом Вайзер. Там из реали цепанул Акали. Мейпл? Ой, больно как. Ну... Тайтан не особо боевой уже. Пей, надо форсить, либо выходить. Джунджия едет. Цепляет Браума. Прокает Хардстил. Хорошо залетел. Ой, Джунджия, прожарочка. Туда же ульта Вуди. Но Джунджия под фокусом. Джунджия убили. Рел тоже должны забрать. Ульта по Бетти от Йончика. Там в спине Аджи. Вуди умер, Аже под стаками разменялся, хотя бы хорошо залетает Мейпл, Мейпл может драку дочистить, тут быть одно хп, Кариок, Аже все еще жив, Динкеду доигрывает, США, красиво, 3 в 3 разменялись, Динкеду дальше, заиграл Фонг, Динкеду, Вамос Бразил, Вамос Бразила не будет, но 3 в 3 подрались, неплохо, учитывая, что там Скарнер ультанул троих, но он, по-моему, как-то фоллоуапа под это не было. Но даже вот эта драка на личинках была не очень. Так, ой, красиво, Аже. Солокил. Вайзер отдает эквалайзер. Вайзер. Вайзер эквалайзер. Выходят отсюда. Там Тайтан бежит. Аджи с Сашом. Тайтан. Если Аджи вдруг полетит куда-то по туру, Тайтан может разметить рядом Кариок. Но Аджи респектит, понимает. Вижна нету, могут быть соперники, надо аккуратно выйти. Кариок. Идет за Аджи, рядом Вуди. Кариок. Ну ресет сбил Аджи. Пушка. Нет, на выход Кариок. Хотя тут Кури рядом. Там около Герольда, Скарнер.
Горелок. Пих-пиха. Пейн пытается по ботуру-то сыграть, но здесь уже все. Здесь уже Джинджи с ресета пришел. Ой, США, хорошо, двоих цепляют. Подставляются бразильцы. Нет, США уже у Вайзера. Вайзер умер. Заигрались бразильцы. Так, Бетти, а ты что здесь делаешь на миде? А, Хрёк. А что не сыграл по Бетти, подождите. Да фак, он же доставал ультой. Испугался. Тебя поверили, возможно, да. Вышка на боте тоже падает, пользу пассажир, 2-0 по вышкам. А ты что здесь делаешь, Кури? Кури, ну ёпс тудей. Кедо, что-то по Скарнеру, здесь Мейпл рядом. ТП, выход на поклон. Но дальше файта не будет, здесь что-то перебдели с ТП, так, Йона так сильно все это такали, трейды проигрывала миди, она его звонила, там потом еще приходили саппорты и тоже звонили там Йончика. Потом Акали забрала перстура, закинчика еще лишних. Так, Динкедо умер 1 на 1, походу. Ультаут, ладно, пока поживет, Мейпл не догонит здесь. Но это минус ульта Динкедо, это фри дрейк, это фри героль, все еще 2 минуты. Че, Пейн хотят контестить? С ТП Динкедо, без ТП, без ульты Акали, цепанули в итоге Вай. Вай больно, хороший Игнар, атажи, контролит Кури, там еще будет цеплять Динкедо. Динкедо с Сашом, но надо Сашау давать минус Кури, минус 2, зачем бразильцы контестят этого дракона? Обратный Вамос какой-то пошел. Еще 2 килла для ПСЖ, Фридрейк. Не, ну они все Т1 забрали. Уже не так сильно говорит, делали забирать Т2 максимум штуку. Так, ПСЖ. Тут Кури подцепили. Там по Джунжи сыграл немножко Йончик. Редбаф Джунжи пытается с Мейплом отобрать. А же рядом. Вайзер, если что, с ТП. Криок пошел энгейдж по Джунжи. Все кнопки нажали. Но там будет донят. И Криок сейчас умрет. Просто Мейпл доигрывает. Минус 1. Контролит Йончика. Минус Дикедо. Кури доджит, четвертый хит, не попадает здесь Бетти, но это минус джангл. Но можно начать на Шора попробовать, но урона по на Шору мало. Акали, Джин, такой себе сетап. Да, не рискует на Шору. Так, ПСЖ, идут в Т2 на бот. 22 минута. Хотят просто еще одну вышку потихонечку снять, там пачка еще одна подходит, вышка уже сильно битая. Бетти четвертый хит дает. Это-то два мертвая должна быть. Можно после этого еще и файт искать ПСЖ, но Пейн вроде аккуратно стоят, вышли. Еще бабки, преимущество 9000 уже у ПСЖ. Если бы они нормально сыграли early, не отдали вот эти вот тупые киллы, и просто пришли бы на третьего дракона, когда они равно идут по золоту, и играли бы нормально от ультимейтов по первому таргету, я думаю, что Пейн вполне могли выигрывать здесь карту, но... Тайтон, это что за ешка сейчас была? Тут как бы драфт вообще не роляет, когда такой early. Хорошо, цепанули Вайзера, Вайзер умер. Флэш есть, конечно, но он умирает. Ильчик для Джунжи, 135 стаков на Харсиде, норм. Но на Шора все еще не хотят форсить, все еще понимают, что делать его долго. Зачем вам нужно это 50 на 50? Просто забирать Т2, забирать вышки дальше. По Т2 на топе работает Мейпл, по Т2 на миде работает Бетти. Ой, здесь Динкеду цепанули, Ешку он какую-то странную дал, Динкеду умер. Выходит на ульте, Корек пытается подзакрыть братишку. Ну, братишку задефали, ладно, но Т2 все равно не теряют. ТП, хотя та же поймать. Но есть ульта Криока, полетели. Вместе с Динкедо играть. Ну а же Мегагнар. Ой, стан, Атажи. Динкедо цепанули. Ой, это сейчас конец игры будет по топу. А куда ты, Ажи, откинул ты их от себя? Ой, хорошо, Мейпл влетает. Минус 3. Вайзера забрали. Минус 4, даблкил. Для Бетти. И дальше Мейпл не цепляет Тайтона, но это минус 4. И это можно игру заканчивать по боту. 24 минуты, ПСЖ просто стампят Пейн. Посадили на место этих бразильских выскочек. Никаких вамусов, никаких бразильских фонков. Здесь ничего не поможет. Идут в Т4. 7 секунд до Кури. Че, не пойдут в Т4? Пойдут, дракончика заберут и на Шора будут форс. Так, Кури. Ну, Пейн пытается хоть что-то здесь позицию поймать. Но в итоге поймали Кури. Кури, ультанули. Кури погиб.
Тайтан, есть вперед, куда? США, блять. Тайтан, зачем эта Ешка нужна была? Хотя стреляют по джинжи, там эквалайзер неплохо, дэмэдж какой-то есть. Но его не хватает, минус карелок, там Вайзеру прилетело в попу больно. Вайзер одно хп вышел, погиб карелок, это на шорт. Уже теперь точно, хотя... Не, вообще они по хп, конечно, лоу, но, по-моему, здесь просто не должны контейнеры уже. Пейн. Теперь уже можно и на шорт забрать на 26-й. Преимущество 12 тысяч, почти 13. Так, Т2 на топе забрали. Идут дальше, пробили немножко Браума. Бетти, больно стреляет. Перевок, США играет по Джину, неплохо. Хорошо, ваншотнули Джина. А как дальше выжить? А дальше не выжить. Но пока 2 в 2, залетает Мейпл в драку. Мейпл под стаками, Вайзер пытается его убить. Но Мейпл в итоге разменивает. Скарнер держит на себе Изреаля. Изреаль США играет по Мейплу, не получается у Тайтана. Минус 4. Ну и 3 в 1 Браума уже должны заканчивать. Пачка на боте есть, на шорбаф есть. Ажа, Мейпл и Джунжия. Поехали в первую Т4. Первая Т4 потихонечку падает. Вторая Т4 туда же. 15 секунд еще до крёка, это ГГ. И это ГГ. Вот, что это такое? Это красивый взрыв Нексуса нам показывают. Вау. 1-1. У нас первая серия из трех карт. Все, поехали. Пейн против ПСЖ, третья карта. 1-1. Вам изобразил на синей стороне, ПСЖ на красной. Скарнера Пейн банят. Вуконг для Джунжи, бафнутый у нас. Криок смотрит Алисина, Алисин Синдра. Алисин, мне кажется, не очень комфортно себя Вуконга чувствует, он тебя сбивает. Но как двойка, Алисин Синдра норм. Пока забирают Ашу для Тайтана. Уже контроля много. Есть стан Синдра, есть ультимейт Аши. Вообще Поппи легчайшая может быть для Криока. Нет, там Вуконг Акали. Го Поппи. Просто Поппи, пикните, молю вас. Ну какой летит, ну возьмите Поппи, ну зачем вам блестин? Это Бэйн. Просто представьте, если Пейн на третий вместо ебучего Лисина пикует себе Поппи. Но Вейн ебет, конечно, Алистар, Лисина, вот это. Окей, окей. Посмотрим, Ажи, на твою Вейн. Это рискованная штука. Но может быть очень эффективно. Как же Вайзер страдает уже на топ-5. Это сила Вейн. Так, Крюк, левел 3 на бот. Кури с комбой по Бетти. Комба пошла, пошел Игнайтик. Бетти больно, Бетти убили. Хороший левел 3 ганг на бот. Тайтан должен для себя убийство получить. Чуть в размер, кстати, Тайтан здесь не ушел. Криок еще доигрывает по Вуди. Но Вуди с флешом, тут рядом Джунжия. Далековато Криок заходит, его заигнайтили. Теперь Джунжия Криоку накидывает. Рядом Кури. Кури комба, хорошо. Джунжию пробили, но зато цепанули Криока. Минус Криока, Кури может умереть. У него флеш есть, Кури флешаут, возможно, да. Один в одного, жадно. Жадно Пейн сыграли. Забрали ФБ, все нормально. Куда ты идешь, Криок, за Леон и с флешом? Трибуш, не знаю, где Буком. Зная, что он стопы стартанул и будет в боте, потому что вы поставили вард на блюбаф. Так, Динкеда без США. Динкеда умер. Дофлешивается Мейпл. Хорошо, ПСЖ. Наказали мидлейнера. Бразильцев. Кильчик для Акали. Ну и все плохо, жопой на карте становится. На топе душит Ажи. На миде Акали впереди. Вуконг впереди от Лисина. На боте трейд. Больно, Кури не смог подстанить здесь в Вуди, Тайтан. Такой себе трейд. Так, а Вайзера сейчас додавить могут. Даже шестой стан будет. До формы далеко. По-моему, Вайзер мертвый на моем экране. Или что? А, там Алистар идет. А, и Лисин идет. Они идут спасать Вайзера. Джунжия без США, кстати. О, Джунжию наказать можно. Комба, хорошо, Пейн. Цепанули Джунжию. Джунжия выходит за стену. Летит за ним Кариок. Откидывает Кариока, но Вайзер Джунжию доест. Хороший плей от Пейн. Сместились, подстраховали, забрали Вуконга. Килл для Гнара. Найс.
Если бы лузер-сетка была, наоборот, столько могло бы поменяться, да. Но я сторонник лузер-сетки, но... Риоты считают, что топ-турниры должны проходить без лузер-сетки, и типа Worlds это как чемпионат мира по футболу. Криок, пик по Ажи, попал Sonic Wave, Мажа флешнул прям Sonic Wave, и здесь еще и ультимейт от Динкедо. С телепорта забирают войну на сайде, Пейн. Хороший килл нашли. Войну подушивают. И личинки, это 6 личинок для Пейн. Vamos, Brasil! Тихо-тихо, может быть мы еще и под фонг разъебемся в конце стрима. Вуди, так, поймали Кури. Кури дает нокап. Вуди выфлешивается. Черт, оверкоммитится ПСЖ. По Кури дэмэджа не особо много проходит. Там дерутся при этом Акали с Гнаром на топе. И этот трейд выигрывает Вайзер. Пейн прожали позицию на горном драконе. Есть еще стрела у Тайтана. Вуди без США остался. Отпушивает мидвейв Пейна. Тут рядом Динкедо, можно поискать стрелу, например, по Бетти комба, хорошо, Бетти пробили, стрела минус клинс, минус флэш, выход на поклон. Но пробьет чутка их здесь Бетти, Кури впитает это все, по идее, четвертый хит еще и мимо, ТП на бот идет от Гнарчика, запушить пачку, подзонить Ажи, но Дрейка не стартит при этом, Пейн не рискует. Там, видимо, да, у Тайтана Ботрах на базе появился, обновил себе варды Кури, и из-за этого дракона стартуют ПСЖ. Но они сильно битые, но, не знаю, Алистар сошел слишком далеко. Но ПСЖ тоже, у них точно инфы нету по реколам, как далеко соперники, в итоге тоже респект. Это Вайзер еще и мега форма здесь. Отжимают позицию, Тайтан с Кури приходят, и это второй дракон для Пейн. Найс! Хикстековая душа, подошу синдру, найс, ВП. Душа хорошая, можно Герольдика тоже забрать. Можно забрать Тедди на боте. Пейн контролит карту. Но проблема для ПСЖ, ну, им трудно заходить на объекты. Даже если они первые стартуют объект, там всегда есть стрела, там всегда есть комба синдры, которые очень сильно вам мешают. У них слишком много зон, именно инструментов, которыми можно ПСЖ зонить от объекта. И сыграть по первому таргету. Вайзер пришел, Герольда стартанули, Динкедо пока отпушивает топ. Ажи получает немножечко времени для себя попушить на боте. И телепортов у Пейн никаких не будет. Ажи забирает точно ФБ тур это на боте. И по сути ПСЖ могут отдать героли за эту ФБ вышки. Либо все-таки ТП Ажи форсить. Развернулись по Вуди. Вуди, больно. Подстрел Кариок. Там раскручиваются. Забрали Кариока. Бетти стреляет. У Вайзера мега форма. Должны разменяться. Джунжию забрать. Джунжию выфлешивать. Куда ты флешнул? Джизус. Не на Джунжия. Полетел вперед Мейпл. Кури пытается его отзонить. В итоге умирает просто Кури. Выход на поклон по Вайзеру. Хорошо доигрывает ПСЖ. Выфлешивается Динкедо. Драка в пользу ПСЖ. Но Кариок подстрел вообще как затуп. Бетти больно. Но Герольда пока не портит ПСЖ. Так, Вайзер давит. Вайзер с Мегагнаром, но они просто вышку забираются с носом. Вейв закончился, Вайзер пытается хоть как-то здесь демедж дать по Вуди, его законтролили, Ажи приходят. Забрали Вайзера, забрали вышку на боте ПСЖ, вышку на топе забирают Пейн. Вообще, а герои так и не взяли, да? Вышку на миде еще Пейн получили для себя. И ФТ2 могут сыграть на топе. Хороший трейд для Пейн. Если ФТ2 успеют забрать. Они успеют, им никто не мешает. Правда, ПСЖ сами ФТ2 на боте могут пойти. У Динкедо будет ТП. Если вдруг захочет задефать как-то турет. По-моему, нет. По-моему, просто размен, да. Ну ладно, тогда если разменивать Т2 на Т2, то это в плюс для ПСЖ. Т1 на миде надо задефать здесь от Бетти как-то. Мейпл пока пушит топ. Но он с ТП, если что. Вайзер с командой. Ну надо стартить Дрейка, да. Дрейка стартанули. По-моему, гибают ПСЖ. Или что, Вуди? 4К, тут Ажи рядом, ТП в спину, окей, буду драться ПСЖ. По Кариоку, дракона Кариок забрал, пытается выйти. Тут Мейпл прыгает на Тайтана, попал Ешкой, Тайтан мертвый должен быть. Дикеда пытается выйти от Джунжи. Минус Аша, минус Гнар. Мейпл много дэмэджа по Кариоку. Кариок одно ХП выходит. Динкеда тоже живет. А чё, на Шора ПСЖ не могут зафорсить? У них Вейн? Так могут, спокойно. Но там есть портальчики 3 в 4, попробовать как-то подконтестить. Хорошо очень ПСЖ закрыли, ТП Мейпл в спину был прям в нужный момент. Так, ТП идет, летит сюда Лисин, летит сюда Алистар. 3 в 4 пойдут контестить, здесь Вуди, вот Пекер.
Грудью своей прикрывает команду, Кариока не пускает, Нашор упал, Вуди выфлешивается, полетел в него Кариока, выпрыгнул обратно, не подрутали. Нашор для пассажир. 4 калит. Но 3 дракона у Пейн, и есть какие-то шансы еще, конечно, выйти в душу, попробовать, но выглядит пока не очень перспективно. По боту пушит Вайзер уже с телепорта, хочет забрать, попробовать успеть вышку, какое-то золото получить. 4-0-1, Мейпл на Акале. Опять вторая карта подряд, очень сочная от него. Один падает. Пока живет, погодите. Задефали ты один. Ну, барон пауэрплей плюс 1000, всего минута осталось на шором. Преимущество по золоту не такое большое. Все еще Пейн могут выигрывать файты пытаться. 2,5 предмета, правда, Джин вместе с Акали. Джуджия, ошибка. Больно. Ульты у него еще нет. Динкеду здесь рядом на станчике. Кариок попал по Джинджии, полетит или нет? Не летит Кариок. Не летит. Играет аккуратно. Стрела 5 секунд. Быть с кинцом. Есть стрела. Ищем стрелу. Но можно попробовать просто 50 на 50 засмайтить дракона и выйти. Пейн, я думаю, это тоже хорошо будет. Даже идет в спину на фланг. Там есть шишечка хорошая для него, но он идет прям в три буша, в этом увидит. Пошла драка, поймали больно Джунджию. Джунджия на одно хп пока выходит. Мейпл пока в драку не залетел, будет лоу. Забрали в итоге Алистара. По Вуди доигрывает. Вуди одно хп, все еще жив. Дракона кто заберет? Попал Лисин. Полететь надо, Кариок. Нужно забрать дракона как-то. Там цепанули войну. Динкеда одно хп. Мейпл залетает в бэклайн. Слышается вперед Тайтан. Дракона забирает при этом в укон. Разваливаются. Кто? Разваливаются Пейн. Мейпл забирает для себя финальное убийство. Трипл килл для Акали. И дракона для себя Пейн не получили. Драку проиграли. Но, кстати, не так сильно. 5-4 файт. Там Пейн трапает. Жесткая засада. Видит Мейпла. Джунджия, по-моему, никого не видит пока. Фейс чекают. Стан мимо. Ой, улетали Вуди. Хорошие. Цепанули Синдру. Синдру сейчас шотнут. Синдру шотнули. Браво, Вуди. Как же нашел ультимейт роскошно. Не было флеша у Динкедо. Вуди видит цель, не видит препятствий. Можно на Шора начинать с войной. Байтить на драку. Мейпл еще с ультой сам остался. Вайзер. Тут Мейпл в спине. Попал Ешкой. Не полетит. Отзонили. Ну и на Шора надо делать. Лисин в отсайде. Это фриношот для пассажир. Так, Вуди. Окей, Вуди ресетнул. 20 секунд до дракона. О! Поймали Мейпла. Он еще и Ешку не в ту сторону дал. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Мейпл убить, Мейпл убить. Хорошо. Аж, правда, идет в сторону забирать. Надо дракона забрать. Это душа для Пейн. Это душа для Пейн. Это душа для Пейн. Вайзер и колется. 3 в 4. Все кнопки еще есть, нет? Вообще нету, три ульты ебали. Ну, это 50 на 50, Джунджия рядом, может стилить пытаться, надо файтить, Пейн, надо файтить. Ажи, слыша, играет по Тайтану, Тайтан вышел. Там Ажи в спине. Кто дракона заберет, Кариок или Джунджия, Кариок или Джунджия, Кариок или Джунджия? Джунджию можно убить Джунджию как-нибудь. Тайтан, помоги жанглеру, Джунджия убить! Умер Кариок. Дракон. Кто дракона заберет? Ну как плохо все делают. Пейн, это минус все. Тамажи просто в бэклайне. Их отъебал плотненько. Трипл килл для Вейн. Я только поверил. Убили Мейпла и все равно файт проиграли. Это ГГ. Это ГГ. Джунджи умер от тура только что. Но у них достаточно времени, они должны эндить. 3 секунды до Кури, но Кури здесь один ничего не сделает. Минус Т4 раз, минус Т4 2. И пассажиры все-таки выигрывают. Пейн 2-1. Одну карту Пейн отжали, но дальше их не хватило. Пассажиры включились на максималку, и фавориты забирают эту серию. 2-0-2-1 у нас сегодня день. Мэда и пассажиры встретятся дальше. А на, получается, когда это будет у нас? Они встретятся друг с другом в пятницу, послезавтра. Завтра у нас будут играть Гаммы против... Господи, как команда полностью называется? Против SoftBank Hawks из Японии, Вьетнам-Япония. И потом Hunter Teams будут играть против Rainbow Seven. Это расписание на завтра. 15 по Москве. Также будут все игры на Твиче и на ВК.